Ладно, давайте, ладно. Вам нормально, да, Вин? Ну, прекрасно, самое главное, хорошо. Хочу сказать, что будет в концерте на самом деле сегодня. Будет в концерте песни, исполненные автором, которые он сочинил и которые у него появились. У него, у меня, в смысле, уже надо бы разделился уже. Шиза пошла. Вот, за долгие годы музыкальной карьеры, то есть начиная с какого-то 70-го и так. Но старые песни, естественно, поближе к концу, а сейчас некоторые произведения, которые у меня появились в так называемый поствоскресенский период, это время появления песен 82-го, 83-го, 84-го, примерно годы, они записаны на альбомах на разных, вы их должны знать, если вы в этом зале находитесь. Правда, бывают, которые первый раз зашли, но они должны знать про музыканта обязательно тоже. Спасибо. Группа отдыхает. А я работаю. Это хороший вопрос. Давайте попозже, ладно? Вы тот же вопрос запомните, потом... Я скажу, что первый... Вот, вот правильно, давай песни пей. Ой, группы нет, значит, артист на месте. Понятно, да, что будет? Да, я, походу, что-то, может, до третьего, что-то... Но могу сказать, где группа? Как бы это сказать? Музыканты... Я допустим, песни придумал, да? Но не хочется этот разговор начинать. Вот, и я их там все равно пою. А музыканты, они все равно как наемники, понимаете? Вот. Тема, ну тебе-то надо-то там, да. Поэтому все расслабились, рассосались, понимаете, напились, упали, все, и никого нет. А потом, если, допустим, как бы там барабанщики всякие разные тоже, они просто барабанят, мешают общаться. Так бы я вот сам разговаривал, а так сейчас сделал такой, с палочками взяли такой, ну, давай, ну. Все, вот самое главное, а где ты, Васка? Ну ладно, все, тогда поехали. Опять до времени отложенные дела, и день погас, чтобы разгореться снова, и тишина в свои объятия нас взяла, как будто ждет простого искреннего слова. И если это слово прозвучит, его, быть может, только мы с тобой услышим. И ступеньку в этой жизни станем выше, и никакая нас беда не разлучит. Я не могу опять мечтам сдаваться в плен. Мечты, как беды, друг на друга так похожи. Прости мне грех, но встану я с колен. Я не могу всю жизнь любить одно и то же. Нет проще дела, чем обманывать себя. Нельзя лишь выправить судьбы крутых изгибов. Я не могу, как все, укрыться от дождя, который идет, чтоб смыть следы былых ошибок. И если я считал себя умней других людей, так хотел всегда во всем быть прав, зато наказан справедливо и сурово. Я убедился в том, что верных нет путей, но выбор есть между испытанным и новым. И чтобы выбрать, нужно заново прочесть и вспомнить жизнь свою не как того захочет. Ведь все, что было, все, что будет и что есть, понять не можно, лишь читая между строчек. Настанет утро, загорится новый день. Признаться в том, что ты был слаб, не так уж страшно. Зато есть шанс подняться выше на ступень, чтоб не похож был новый день на день вчерашний. И прежде чем пуститься в новый путь, припомни все, зачем живешь на белом свете. Протягивая спичку к сигарете, в твои глаза хочу я заглянуть. Припомни все, зачем живешь на белом свете. Протягивая спичку к сигарете, в твои глаза
Иначе не заменить.